Мы когда готовились к эфиру, я когда посмотрел просто даже перечень тех инициатив, которые вы реализуете, мы просто обалдели. Это и проект «Новая жизнь», который направлен на адаптацию, социальную и трудовую интеграцию лиц без определенного места жительства. Это и проект «Возвращение», который направлен на снижение количества бездомных в городе Сыктывкаре. Это мое поколение, это все про занятость свободного времени подростков, которые остались без попечения родителей. «Подари радость», «Рука помощи», ну, в общем, огромное количество. Вы нам, во-первых, расскажите, как вообще эта мультипроектная махина может работать? Да, это на самом деле нас тоже многие коллеги спрашивают по этому поводу, как вы делаете это, как вы делаете то, слишком много. Вы не можете делать эффективно все эти проекты одновременно. Но мы начали, на самом деле, с одного проекта, вот «Новая жизнь», с помощью нарко-алкозависимым, то есть социальная адаптация. И мы потихонечку открывали новые проекты по мере роста наших возможностей. И, опять же, ключ, как я думаю, к тому, чтобы эффективно вести все эти проекты, это сотрудничество. Ты не можешь сам все это делать. Ты не можешь это делать без какой-либо помощи. Сотрудничество, опять же, с государством, сотрудничество с другими НКО, сотрудничество с бизнесами, организациями. То есть сотрудничество должно быть везде. И мы нашли одну организацию, тоже некоммерческую, которая занималась помощью именно врачам. Они вот буквально во время пандемии создали эту организацию некоммерческую. И так у нас и организовалась благотворительная акция «Спасибо, доктор», потому что у меня лично знакомые работают в республиканских больницах, я знаю, насколько там тяжелая ситуация. Вот мы вместе организовали такую акцию благодарности, мы давали им горячее питание, на завтрак, обед и ужин доставляли в 3 разных больницы, и также средства индивидуальной защиты были, там маски, перчатки, респираторы, еще что-либо. И вот более 15 организаций общественного питания мы соединили вместе для этой акции благотворительной. И много-много волонтеров, больше 50 волонтеров. И на самом деле это вот эта пандемия так объединила людей в нашем городе, потому что город небольшой, и все на слуху, и это классно, когда мы можем объединить всех людей в одном городе.